Ну вот еще одна сумочка моя. Еще один город. Вот такой. Уже здесь больше. Там у меня было всего 6, по-моему, домиков, а здесь их много. Ну вот крупные и мелкие. Там вот еще есть некоторые домишки. Деревья такие, прям вот деревья-деревья. Да, еще вот они как бы в проекции. Вот три домика, видите? Уже не просто так пришлепанные. Глаша, опять ты мне тут помогаешь. Ну, а так все одинаково. Такой же я сделала овальное донышко. Ручки. Подкладочка. Вот там такая с кармашками. Все как надо. Короче, мешок для картошки очередной. Картина, прям картина. Да, Глаша, картина. Ой, знаете, так увлекательно. Я вот в этот раз, когда эти домики-то шлепала, я вот думаю, интересно, а вот уже в каждом домике, например, кто-то живет. Вот тут я даже сделала тюлевые занавесочки, видите? Правда, честно говоря, они не очень вписались, но ничего. На первый раз пойдет, буду знать, что так они. Ну так ничего, освежают. Ведь в каждом домике как будто кто-то живет, какие-то люди. Вот. Да, Глаша? Да, тут вон даже вон вывеска. Наверное, это какой-то киоск маленький. Что-то распарывало, остался ярлычок. Ну, такая лепота, такая красота. Картина. Ой, мне вот предложили еще одну идейку, но, девочки, попробую я сделать.